Привет, мои дорогие! Ой, как же я ждала этого момента! Мне уже не терпится рассказать вам о том, что же произошло за эту неделю у наших любимых артистов. И, как всем известно, я не сплетница, потому что руководствуюсь исключительно фактами, взятыми, конечно же, из инстаграмов знаменитостей. Все самое горячее только в моей программе «Инстабокс». Я Ева Субботина, как видите, уже во всеоружии и у штурвала. Поэтому начинаем! Ой, у моего любимого Барсёныша, он же кумир миллионов Макс Барских, продолжается масштабный тур «Туманы». И я так рада, что в условиях современного шоу-бизнеса есть все-таки артисты, которые собирают аншлаговые залы. Так вот, в Кривом Роге, например, Макс Барских в очередной раз собрал полный зал своих поклонников. Макс, ну вообще-то я ж тоже тебя люблю. Значит так. На следующий свой концерт вписывай меня в свой райдер, и я тоже с удовольствием с тобой прокачусь. Я люблю Макса Барских. Передавайте ему привет. Спасибо, потому что вы уделили много времени вместе со мной. Мы сегодня отпускаем все хорошее в нашей жизни. И завтра занимаемся счастливыми людьми, правда? Подряд в лице Артема Иванова и Татьяны Богачевой, они же группа «Инь-Ян», в свободное от гастролей время они, естественно, вместе. И даже обычная поездка в машине превращается в мини-выступление. И как вы думаете, какую песню ребята могут петь? Ну, понятное дело, нашу, украинскую. А вот какую именно, смотрите сами. Я плакала в полоні теплоти, розлючені були і я, і ти, роздіта я, дивитися не зміг, де було. Группу The Hard Kiss мы привыкли видеть вот такими. Ну а дома все публичные люди, они, знаете, как люди. Дети, муж, жена, памперсы, всякие там кашки, малашки. Вот так, например, в семейной жизни выглядит солистка группы The Hard Kiss Юлия Санина, ее муж и, по совместительству, мой земляк Вал. Ой, ну вот сами посмотрите, ну это же мимимишество запредельное! Признаюсь вам честно, что я бы ни под каким дулом пистолета не показала бы вам те кадры, которые не вошли в программу «Инстабокс». И как вы думаете, какую песню они могут петь? Ну, понятное дело. Понятное дело. Понятное дело! Господи! А. Ой, там много нового, можно узнать и обо мне, и об артистах, но вот бэкстейджи наших звезд, тем более со съемок клипов, я очень люблю. В эфире телеканала Music Box вы наверняка уже видели клип Нюши на песню «Не боюсь».
Но буквально позавчера певица выложила маленький бэкстейдж своего видео. Теперь я с большим удовольствием покажу его вам. Это как некое сообщение, как некий посыл в каждой моей песне, как мини-девиз. Наверное, в этой песне это действительно посыл того, что, по крайней мере, я борюсь с этим страхом, если он есть. Каждый человек должен услышать, понять ее по-своему. Конечно же, в клипе присутствуют танцевальные сцены. Я уже даже немножко по ним соскучилась. Я без них как рыба без воды. Вот, само собой, в этом состоянии хотелось передать драматизм этой композиции, ее звучание, сочетание вот небольшой этники, урбанистического какого-то окраса и немножко такого тантрического состояния. Поэтому в танцах мы старались немножко войти в какое-то даже зомбическое состояние и погрузиться в вихрь эмоций. Я улыбаюсь. Ой, господи, вот посмотрела я на себя сегодня перед записью вот этого выпуска в зеркало и сказала: ну, Мадонна, ей-богу, Мадонна. Но речь сейчас пойдет не обо мне, а о настоящей Мадонне. Не знаю, как вы, друзья, но я, к своему глубочайшему сожалению, ни разу не была на концерте мировой поп-дивы. Зашла я на официальный аккаунт Instagram Мадонны и поняла, зачем далеко ездить, если вот он, эксклюзивчик. Представьте себе, что вы в домашней, уютной обстановке, и вот лично вам на гитаре играет она, Мадонна. Что в семье известного рэпера мод пополнение. На девушек этот жизненно важный период влияет по-разному. Кто-то ставит замок на холодильник, кто-то из жен закатывает истерики, ну, тем более, если твой муж – популярный исполнитель, а кто-то, как, например, жена самого Мота, просто истерически смеется. Я вот не знаю, какой я буду в период своей беременности, но своему будущему мужу – привет. Я, конечно, не завидую. Хотел, называется, записать видео. И, как всегда, дорогие мои, самое интересненькое я оставила на закусочку. Вы, конечно же, не помните, но я точно помню, как только зарождался украинский шоу-бизнес, в 90-х его песни играли из каждого утюга, а усы, они стали просто легендарными. Вот это вот, вы знаете, «Женщина любимая». Я, конечно, круто пою и красиво, но я не он. Я не он. Но вы догадались, о ком я? Конечно же, это Павел Зебров. Вот мне, если честно, кажется, что он просто не меняется. Время его заморозило. Далее, эксклюзивно для Music Box, секреты молодости от Паши Зеброва. Привет, Ева. Специально для тебя, эксклюзивно для Music Box. Секрет молодости Павла Зеброва. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю жінок, вони мене люблять. А саме головне, моя прелість – це вуса. От подивіться, вуса.
Я за ними доглядаю кожен день, по 5 разів в день. Все. Ваш Паша Зібров. Друзья, надеюсь, вы остались довольны сегодняшним выпуском, потому что я, как всегда, не в восторге от того, что мне снова приходится с вами прощаться аж на целую неделю. Но для того, чтобы не чувствовать себя одинокой и быть с вами онлайн, подписывайтесь на мой Инстаграм, задавайте мне любые вопросы, я с радостью всем отвечу. Только, уважаемые мальчики, вот будете продолжать скидывать мне вот эти вот странные, нецензурные, я бы так сказала, фотографии, сразу буду блокировать. До скорой встречи. Ваша Ева Субботина.